Благодарственные письма и просто добрые слова. В минувшие выходные областная федерация УШУ отметила свой 20-й день рождения. В зале призеры первенства Европы, чемпионата мира и те, кто только в начале пути. В этом виде спорта есть место всем, уверяют тренеры. Если у него есть желание, если ему это нравится, то подходит любой, потому что УШУ так настолько многогранно, столько много видов различных стилей, направлений в этом УШУ, что могут заниматься от мала до велика. И взрослые приходят заниматься, и уже дедушки, бабушки, то есть есть оздоровительные направления УШУ. Есть более такие спортивные, прикладные, где, когда уже возраст, хочется где-то себя показать. Вот. То есть для всех возрастов и любой комплекции. Вот. Единственное, главное, чтобы было вот здесь в сердце, это чтобы... Хотелось, чтобы было желание. Познавать восточную мудрость современные дети начинают рано. На занятиях малыши от 3 лет. Ушуистом новичок становится не сразу. Эти ребята уже изрядно позанимались. В торжественной обстановке они приносят клятву и получают спортивный паспорт. Посвящение состоялось. Ну, там спорт есть. Еще можно из-за него стать сильным. И еще... Можно защищать слабых. От ребят постарше показательное выступление. Для них УШУ – это осознанный выбор, с которым они пойдут дальше по жизни. Мне нравится УШУ. У меня хороший тренер. Дисциплина тоже хорошая. Мне нравится учить комплексы с оружием и без оружия. В УШУ есть такой комплекс – который оздоравливается. Оздоравливает человека. Вот. И если им заниматься каждый день, ты будешь сильный и здоровый. Вот мои друзья из школы, никто не хочет идти сюда почему-то. Не знаю, они говорят, они не хотят. Некоторые хотят, из моей школы говорят, что это нормально, типа норм. Из моей школы некоторые говорят, что УШУ – это танцы, но там есть частичка танцев, но ее очень мало, и этим они меня обижают. Буквально на днях в городе завершились соревнования по традиционному УШУ, а уже в декабре состоится открытый чемпионат Иваново по спортивному УШУ. Для ребят это важный период, когда нужно максимально сконцентрироваться на результате, чтобы выйти на следующий этап – область, ЦФО, Россию. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново. Обещаю.